Дорогие друзья и гости моего канала, всем привет! К 60-летию Казахконцерта на телеканале Хабар 17 октября в 16 часов 20 минут. Концерт, посвященный истокам истории казахского концерта, великому краю и славному прошлому. Будет большое выступление заслуженных артистов Казахстана, в том числе артист мира Димаш Кудайберген споет песню «Карагым-Ай» как день памяти посвящения большому человеку, композитору и своему учителю Кенесу Дусике. Это песня о любви отца к дочери, которая выходит замуж. Приятного просмотра, друзья! Перевод песни будет в описании под видео. Сондай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонақ екен. Жанымен бұл дүние шолақ екен. Бұл тағдыр сені кімге қоса деген? Қарағым-ай, қиылып өзініп қарадың-ай, қараған қандай сұлу шана. Жанар.